Tell me where you are. I need to know. I wonder where you are. I need to know. I wonder where you are. I need to find the love I was held for you. I wonder where you are. Oh, yeah. You ran away from it all. Couldn't take it no more. Well, I'd like to see you again. Say I'll never walk away, but I know it's too late. You can run, you can cry, but I look deep in my eyes. I love my beautiful. I think I'm losing it all. I don't want you to fall. So take my hand and tell me where you are. I need to know. Сегодня будет отличный день. Знаешь почему, Анюта? Потому что он отлично начался. Весело, задорно, молодежно. Элементарно, Ватсон, хочется сказать. Потому что сегодня утро музыкальным своим вокалом. И не только вокалом, своим музыкальным открыла Ксения Куминова. Доброе утро, Ксюш. Сегодня для вас работает Анна Манерова, Порошин Илья. Маятник плывет рассуда, скользит по сердцу нож, теряя драгоценные минуты, ты ближе подойдешь. Сомнешься на пороге, оставь открытой дверь. В глазах твоих тревога, легкая капель. Мы побежим навстречу, ломая якоря. Прогоним прочь сомнения. Скорость лета, со скоростью света несется к нам, навстречу плавит. Держись, не слышно, не меняя цвета, цветом нашей любви. Скорость лета, со скоростью света несется к нам, навстречу плавит. Держись, не слышно, не меняет цвета, цвета нашей любви. Цвета нашей любви. Цвета нашей любви. Любви нередко ждем, не чудо. И так проходит жизнь. Распахнутые крылья не забуду. Вселенная за нас, держись. И снова на рассвете слезой прольется дождь. Забудем о запрете, с тобой я не усну. Подойди, я отдам все тепло внутри и во мне утони. Скорость лета, со скоростью света несется к нам, навстречу лови. Держись, не слышно, не меняет цвета, цвета нашей любви. Скорость лета, со скоростью света несется к нам, навстречу лови.
держись, не слышно, не меняет цвета, цвета нашей любви. Все четко, доброе утро. Четко вступаем в этот день вместе с Анной Манеровой. Ильей Порошиным, 25 июля, четверг, сегодня с утра. Я держусь руками за тобой, как за облаками. Я кусаю губами небо и тебя обнимаю. Тут на высоте можно все, даже больше еще. Я себя поджигаю. И
нами действительно любовь, а между нами и Ксюшей пару вопросов. Доброе утро, Ксюш. Доброе. Ну, спасибо тебе, во-первых, огромное за то, что поднимаешь настроение своим вокалом, исполняешь кавера, но ты также исполняешь свои песни. О чем они? Хотя мы знаем, как бы, что две темы – любовь и что еще? И... Ну, о чем еще могут девушки петь? Экспресс, только, да? О любви. Только? Только о любви. Мы знаем, что ты готовишь новый альбом. Скажи, песни на какую тему? Ну, какая тематика общая объединяет? Когда нам ждать выхода этого альбома? Я этот альбом не могу написать уже несколько лет, если честно. Почему-то вдохновение у меня очень медленно меня посещает. Поэтому, ну, я планирую все-таки осенью закончить. Сейчас такой сезон горячий у артистов, поэтому сейчас летом некогда. Ксюш, ну ты же уже профессиональная артистка. Ну, какое вдохновение? Нужно говорить, что гастроли, все, у меня расписано, не могу сесть написать. Ну, на самом деле, это реально так, потому что лето у меня выдалось жаркое на мероприятия, на события, и, к сожалению, пока сесть за творчество и прям погрузиться в это времени нет, к сожалению. Музыку сама пишешь? Музыку мы садимся с ребятами на студию, большой командой, и просто и начинаем творить. А что сперва появляется, музыка или слова? Сначала слова. К сожалению, у меня... А почему, к сожалению, может, у тебя... Ну... Это вот Иван Дорн, да, признается, что сначала они делают музыку, а потом он что-то... Ну вот так правильнее на самом деле. А я, видимо, иду против системы, и сначала у меня там строчки. Бывает, что просто во сне приходят какие-то строчки, ты просто подрываешься просто и начинаешь быстро-быстро писать. Ты выступала на «Ночи музыки». Да. Расскажи, поделись немножечко вот этим драйвом, как это все было. Я считаю, это самое глобальное событие музыкальное для Урала, потому что такого у нас нет. И когда в один день просто город переполнен творчеством, артистами яркими, самобытными, все показывают то, на что они способны, что они умеют. И я считаю, что это глобально, и это стоит проводить дальше. Ну, это понятно, конечно. Да. А какие ближайшие площадки у тебя? Где тебя можно посмотреть? Сегодня я уезжаю в Казань. Так. Да, выступать. Сейчас все твои поклонники отправляются. На поезд, на самолет и в Казань. Все вместе. Вот, там у нас будет фестиваль. Осенью у меня Крым, Север. Да. Я первый раз, кстати, побываю в Крыму. На гастроли, все. Да. Бархатный сезон. Гастрольный график плотный, но и приятный, потому что в бархатном сезоне в Крыму на самом деле очень хорошо. Скажи, пожалуйста, если ты выиграешь наш конкурс и выступишь 17-го дня, Дне города на главной сцене праздника, чем ты будешь радовать зрителей? Ну, я думаю, что все-таки зрелищностью. Я всегда мечтала сделать какую-нибудь шоу-программу такую масштабную, чтобы музыканты, танцоры. Ну и очень хочется показать хотя бы часть своих песен, чтобы людям... можно было оценить. Именно своих. Да, да. Ну, спасибо тебе огромное. Мы желаем тебе удачи, чтобы все получилось. Не только здесь, но и, в принципе, на твоих больших гастролях. Отличных гастролей, благодарных зрителей, насыщенной программы. И альбом ждем.